Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Я выплываю с концерта Дмитрия Быкова. Он тут в тяжелых условиях, конечно, выступал. Еще вчера он в Москве выступал, а сегодня вот уже тут. И у него такой сложный график там, ну, судя по его рассказу. Вот, так что он такой стоял довольно утомленный, видимо, переездом. Ну, в общем, все хорошо. Концерт был небольшой. Я смотрю, сейчас это 9:15. Началось что-нибудь так без четверти, наверное, 8. Ну, грубо говоря, полтора часа. Такое действие было непродолжительное. И когда я жену спросил, почем вещь, почем билеты, значит, она сказала $75. Я, честно говоря, это удивился, так, если мягко сказать, думаю, что это как-то, ну, да, может быть, фигура крупная такая, известная, не знаю. Вот, во всяком случае, вам по факту рассказываю. Если вы, друзья, дорастете до этого уровня и сможете вот так выступать за такие деньги, то это будет неплохо. Значит, какие у меня впечатления? Думаю, значит, наверное, нетривиальные впечатления, потому что надо подумать. Я вообще к стихам, к поэзии, для меня это сложный немножко жанр, потому что так как-то требует там и подумать, и оценить, и так далее. Плюс я небольшой знаток творчества Дмитрия Быкова, но мне в целом понравилось, как сказать, мне понравилось по содержанию, так? И собственно, и стихи понравились, вот как стихи. То есть и ритмика, и рифмы такие нетривиальные, и как бы речь хорошая, такой хороший русский язык. Вот, так что не берусь оценивать там, я не критик какой-нибудь там литературный, тонкости не знаю, а так такое житейское, бытовое мое впечатление очень хорошее. Что еще? Там он начал со слов таких, что не будет ничего такого политического, а вот так больше лирического. И единственное, что вот, говорит, прочитаю там одно маленькое такое политическое, и прочитал маленькое политическое, как, значит, мол, встречаются Обама с Путиным, вот сейчас они должны встретиться там в кулуарах ООН. Ну, а дальше вот эта его неполитическая лирика довольно политизированная, надо сказать. Там все время присутствует очень сильно, я даже не знаю. Наверное, он когда-то, может, вообще просто что-нибудь любовное писал, но говорит, что как женился, перестал. В общем, не знаю. Вот этого я не услышал, все довольно политизировано, хотя меня это сильно не напрягает, ну, никак. Аудитория воспринимала хорошо. И так как бы я не видел там кого-то возмущенного там сильно. Там маленький зал, на самом деле, там, может быть, было человек там 200. Вот. Я не видел там кого-то такого огорченного политическими воззрениями там Быкова. Так что вот такой мой краткий отчет. Я, наверное, еще должен немножко подумать. И когда буду монтировать, там я записывал, но если не весь концерт, то, наверное, ну, часок-то точно я писал. Часок я точно записал. Вот. Я вам покажу, да, соответственно, то, что у меня там есть. Естественно, писал я из зала, сидел в каком там ряду, боюсь соврать, в пятом. Вот, много знакомых встретил и из бывших студентов, и преподавателей, и видел людей, которых не видел уже лет 20. В общем, это все очень интересно. Видел там целую группу ребят, которым когда-то мы делали H1B, а потом делали им грин-карты в самом конце 90-х, начале уже вот этого столетия, то есть там в 2000-м, 2001-м. У нас там плеяда прошла, человек 20, мы тогда им сделали грин-карты.
Они у нас были на рабочих визах, вот здесь были эти ребята. 15 лет прошло, я их практически не видел с тех пор. Так что, в общем-то, было много интересных встреч. Хотя, надо сказать, что они не сильно изменились. То есть, абсолютно узнаваемые люди. Вот так что надо иногда выползать куда-то. Вообще, я хочу сказать одно из впечатлений, которое у меня осталось от этого мероприятия. Молодеют аудитории у вот, русских концертов. Если, допустим, 20 лет назад это были бы исключительно пенсионеры, ну или, может быть, там небольшая доля была бы, очень небольшая, людей там, я не знаю, 35-40 лет, то сейчас там много молодых лиц. Ну, относительно молодых, там не 16 лет, конечно, но все равно очень-очень много молодых. И это довольно приятно и отрадно, в общем, как бы говорит о качестве тусовки русскоязычной в Кремниевой долине. Это здорово. Вот, наверное, и весь наш отчет. А мне еще минут там 5-7, и я буду дома. Счастливо!